Каким событиям экспедиция «Алмазы Алеева» посвятила свое кругосветное путешествие и с какими сложностями столкнулась в пути? Обо всем этом расскажет наш корреспондент. Продолжается кругосветное путешествие на парусной яхте «Милонга». Руководителя парусной школы Татарстана, капитана плавания Алмаза Алеева и его команды, помощника капитана Ильфата Минибаева и боцмана Виля Сагитова. Экспедиция посвящена двум знаменательным датам. Мы задумались через столетие Республики Татарстан. Вот. Это знаменательная очень дата. Вот. И второе, то, что еще вторая годовщина, 30-летие со дня первого международного плавания. Это был 91-й год. Протяженность маршрута составляет более 40 тысяч километров. В мае экспедиция отправилась из Санкт-Петербурга в Казань. Затем маршрут был проложен через Стамбул. Далее вышли в Атлантический океан и прошли Панамский канал. Мореплаватели также планируют посетить Самоа, Фиджи, пройти до Австралии и закончить свое путешествие в Турции. Однако маршрут может измениться из-за сложностей, связанных с COVID-19. Очень сложности, значит, при оформлении документов при прибытии в какую-то страну, вот, формально у нас взяли тесты на ковид, очень, как бы, тщательно, вот, была проверка, не знаю, как на маркизе будет, а в Австралии вообще на адрес сложно будет, я не знаю, там вообще пустят ли нас, но будем стараться, как бы, попасть туда тоже. Не обошлось и без других сложностей. Если мы попали два раза в Средиземное море, в шторм, вот, пришлось там немножечко нам попасть, как говорится, да? Затем в Карибском море краешек зацепили урагана. Вот, были поломки небольшие, там два раза рвали паруса, потом ремонтировали. Вот такие вот, в принципе, дела. Путешественники отмечают, что чувствуют себя прекрасно и ближайшие праздники проведут в море. Кристина Надыршина, Радик Загидуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.